Это учебное видео для самостоятельных занятий с тренажером исправления почерка. Тренируемся писать третий из 12 основных элементов. Это восьмая страница тренажера. Правила занятий с тренажером описаны на уроке «Серая пропись. Элемент 1». Обязательно посмотрите этот урок, чтобы достичь наилучших результатов с тренажером исправления почерка. Занимаемся с помощью механического карандаша легкими рисующими движениями и стараемся не сломать длинный грифель. Ставим грифель в верхний левый угол клетки и ведем вниз. Внизу закругляем вправо и поднимаемся примерно до середины. Выбираем движение руки, при котором элемент получается у вас наиболее удачным, и каждое следующее движение стараемся повторить так, как сделали предыдущее. Третий элемент – один из самых популярных при составлении букв. Он участвует в написании и строчных согласных, и строчных гласных. Чем более привычного и удобного движения вы добьетесь при написании этого элемента, тем проще вам будет писать красивые и понятные буквы вашего нового почерка. Давить на карандаш не нужно, отключите телефон и предупредите окружающих, что ближайшие полчаса вы занимаетесь чистописанием. Продолжайте самостоятельно. Достаточно заниматься от 15 минут до получаса в день. У нас чистописание – это не скучное занятие, от которого болят пальцы, а спокойное и расслабляющее. Если вам нравится, то занимайтесь чаще и дольше. Результат будет только лучше. Распечатайте столько листов тренажера, сколько вам понадобится. Спасибо вам за то, что занимаетесь своим почерком. Если требуются индивидуальные советы, как исправить почерк, вы всегда можете найти репетитора на сайте pishukrasivo.ru. Ссылка на сайт под этим видео.